С 12 октября по 5 ноября в социальных сетях пройдет акция «Мой дружный класс». Организатор – Министерство просвещения Российской Федерации. Для участия нужно сделать публикацию в социальной сети, сопроводить хэштегами «Мой дружный класс», «Минпросвещение РФ», иметь открытый аккаунт, а также быть подписанным на официальные аккаунты Минпросвещения в социальных сетях. Главное условие – публикация креативного отчета о мероприятии. А это описание целей, задач и результатов. В конкурсе могут принять участие педагоги российских общеобразовательных организаций с 5 по 11 классы, которые проживают в любом из регионов или на территориях посольств Российской Федерации в других странах. В своей публикации можно рассказать, как проходят классные и внеклассные занятия, различные соревнования, посещение театров и музеев. Кроме того, педагоги могут поделиться своим опытом на тему того, как объединить школьный коллектив. Целью акции является повышение интереса к профессии педагога и мотивации преподавателю и учителю. Учащимся работать в команде. Итоги подведут в середине ноября.